Говорит Петрозаводск. Доброе утро, товарищи. Начинаем наши передачи. Встаньте прямо, товарищи. Поглубже вдохните. На месте шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сейчас 8 часов 30 минут. Слушайте последнее известие. Сегодня опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении совхоза имени Зайцева орденом Ленина за большие успехи в развитии сельскохозяйственного производства. Каждым годом крепнет хозяйство, повышается рентабельность, улучшаются показатели на всех участках, растет производительность труда. Совхоз имени Зайцева – передовое хозяйство республики. Сейчас здесь заканчиваются весенние полевые работы. Идет посадка картофеля и капусты. Орден Ленина за большие успехи. Этих успехов добивался каждый работник совхоза. Поэтому высокая награда Родины и полеводам, и механизаторам, и животноводам.